Идея создать магнитный двигатель пришла к Ертаю Шинтекову еще в 1987 году. С начала 2013-го до этого не было возможности заказать необходимые детали за рубежа. В домашней лаборатории он трудится над опытным образцом. Работать магнитный двигатель будет без бензина, электричества или угля. По словам алматинского изобретателя, ему удалось преобразовать силу постоянного магнита во вращательное движение. Говорят, вот магнит, из магнита нельзя, невозможно сделать двигатель, я с ними не согласен. Можно использовать силу магнита как вращательное движение ротора. Ну, проще изготовить двигатель, работающий только силой постоянного магнита. Установка представляет собой роторный диск, к которому прикреплены цилиндрические магниты. На неподвижной части магнитного двигателя расположены туннели, изготовленные в форме конуса. Цилиндры, проходя через туннели, попадают под действие магнитного поля, которое, по задумке изобретателя, будет разгонять ротор. По словам алматинского Кулибина, его детище послужит источником дешевой электроэнергии. Планирую запустить вот этот двигатель до Нового года. А уже в следующем году я планирую уже серийное производство вести его, чтобы в каждом магазине, в каждом городе продавался вот этот двигатель. Действующий опытный образец перпетуум мобили Ертай Шинтеков собирается продемонстрировать на выставке «Экспо-2017» в Астане. Юлия Искевич, Женебек Бимагамбетов, телеканал «Алматы».